Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим видосик от Валера Гостера. Два мужика и все не очень. Не очень, типа. В общем, я не знаю, что у них там конкретно будет не очень, но как бы... Пошли смотреть. Ссылочка на оригинал будет в описании. Вау, ну красиво. Ну, учитывая, что это за форест, Апельки. Никуда мы не долетим. Есть такое. Вот тебе и эконом перелета. Открыт только если катастрофа. Но пока ничего страшного не произошло. Нужно искать сразу то, что может пригодиться при выживании. Например, вот друг. Он пригодится. А что с тобой случилось? Ты в ТикТок зашел без VPN, что ли? Значит, знакомьтесь, мой... Это больно, на самом деле. Новый друг. Келвин. Но не Кляйн. Не путайте его с трусами. Хотя по развитию он их очень напоминает. Как его Опять включить? Все понятно. Келвин. У него подписка на слух закончилась. Твоя задача. Просто ходить и не мешать. Потому что я профессионал-выживальщик. Ага, вот. Ознакомься. Много прям тебе от не требуется. Прям так жестоко такой, типа, на. Не знаю. А мне еще, когда я смотрела у Мармока, по-моему, это было, или у Джохана, мне он так, типа... Мне он так такой хорюсенький, я не знаю, он прям как птенчик, я же говорила, вот у меня тут на ушке сидит птенчик, вот он такой же. Найти бы какие-то инструменты, должны же быть. Куда ты пошел? Что ты пристал к животным? Ой, дурак. Началось выживание с мужиком в лесу. Палочка? Все, я нашел себе оружие, слышишь, у меня будет палка. Найди себе тоже что-нибудь. Я могу это есть? Сейчас он такой с каким-нибудь по 90 выходит. Я могу это есть. О, шимпанзе! А стой, какие-то типы. Привет! Я пришел с миром! Хоба! Настолько со мной общаться не хотят? Да ты... Не хочешь быть моим собеседником, значит будешь моим ужином. Я поем сегодня или нет? Я либо что-то ем, либо я ем Кевина. От него все равно толку мало. Какой-то горлом привязался, думает, что мы хоббиты. Что тебе надо? Ого, вас полно! Мелочи нет, уходите. Не обращай внимания, Кевин, это просто цыгане. Да, блядь, не тыкай пальцами, Кевин, некультурно. Тип уже представляет. Как это, знаете, типа... Ой, мама, мама, смотри! Доча, тыкать пальцем неприлично. Ты себе девятку купил и крутит круги. Ох, шутки. Слушай, а давай здесь жить? Надо еще, чтобы окно было. Это 100%. Он прям помогает, он прям рубит. Слушай, а мы с тобой сработаемся? Он еще траву вообще счищает. Слушайте, он... Я же говорю, он хороший. Мне такой надо. А распределение обязанностей — это вообще кайф. Ё-моё, тут весь лес вырубил. Стой, ты куда? Хватит. Остановись! Где он там крушит уже? Так, это базовый пол. Я не понял с дверью еще раз. Нужно вырубить сначала, типа... Звуки адского. А, потом балку. Лесоруба. Все, я понял. О, нет. А тут есть урон по... А, все в порядке. Келвин, блин! Отмена рубки. Строй костер, все. Бревнам не прикасайся. Что, получается? Он сделал. И сейчас, короче, выходит из дома, и там, короче, все такое полыхает, как в аду. Хорош, слышишь? Только ты лес палишь сейчас, придурочный. Нормально тебе? Да. Он такой хорошенький. А ты молодец, ты молодец, слышишь? В принципе. Короче, на, поизучай инструкцию, разберись. Эй, ты слышишь? Это что такое? Это мой летающий Ой, картонный реклама. Корабль. Здесь нельзя парковать летающие картонные корабли. Ну-ка спускайся сюда и давай свой паспорт. Какой паспорт? У меня есть только мультипаспорт. Что еще за мультипаспорт? Это же новая дебетовая карта от Тинькофф в стиле космического паспорта с дизайном художника Жени Зубкова и нейросетки. Карту можно закастомить стикерами и аватарами, которые вы получите в подарок. Я друг. Это что? Отличное предложение. До 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров. Их список постоянно обновляется. Доход до 5% годовых на остаток по карте с подпиской Тинькофф Про. Я там не могу, обожаю, когда... Там где можно купить билеты в кино, на концерты и в театр с этими роидовскими модельками. Блин, а теперь тоже хочу карту со стикерами. Тогда переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код, чтобы оформить карту Тинькофф Блэк и получать космическую выгоду. Вот Всё? Тут прям. И виды на гору. Ух, ах, там справа так, тут слева так. Тут вообще прекрасно. Будем тут жить. Кевин, ну куда ты?
Это не Кевин. Это не я не прописываю никого с тобой. Почему постоянно его путают с этими? Ты будешь на улице спать. Пить, жрать, ёб твою ж мать. Но пить можно с лужи. С едой только одна проблема. Она не хочет быть едой. Это съедобно? Съем все цветы у вас здесь. Я, короче, конь теперь. Я веган в командировке. Это похоже на... Моя работа сожрать что-то, весь что лес. Что-то, что есть нельзя. Что, тоже подкрепиться пришел? Что ты хаваешь? Ты не ешь это, дурак, блин! Ты ж просрешься, дебил. У нас из бумаги только камни. Слушай, не мешай строить дом. Кевин, снеси палки, две штуки всего надо. О, дождь. Восхитительно. Да, конечно, иди в мой дом, погрейся. Я ж тебя приглашал. Ты обнаглел, это что ли это там? Это было несерьезно. Ты что там делаешь? Это от пристройка на... Да оставь сарай в покое! Он что, может ловить? Я сначала не поняла, что он делает. Думаю, ну реально, может там как-то... Знаете, как в Sims заходят, просто начинают у тебя жить, там хавать твою еду, спать своей же... В смысле, неважно. Вот, я думала, тут так же, а он начал, короче, фигачить. Причем зачем зашел внутрь, а не снаружи. Не снаружи. И кормить Валерку? Господи, мужчина мечты. Молчит и делает. Наконец-то нормальная еда. А... Ну а чё нам, блогерам? О, а, да, точно. Это та самая дубайская рыба, запечённая в баксах. Кевин, будешь есть? А, никто тебя не спрашивал. Я для тебя стул поставил, ты чё, это твой стул. Мой где дом, стул? Твой стул. А, вот заслужил. Стул, боже, я думала, он на бабочка. Камне показывает. Я что, фея? Нет, Кевин, ты не котик. Слышь, голожопый, ты мой дом ломал? Ты мой сарай шатал? Я твой сарай шатать буду. Плоти налоги! Я вам ничего плохого не делал. Видите? Я не Валера. Кого-то... Памперс? Блин! Меня что, похитили? И чё вы меня сюда притащили? Где мои вещи? Памперс? Блин! Меня что, похитили? Меня всегда эти мелкие забавляли и ужасно пугали. Похитили? И чё вы меня сюда притащили? Где мои вещи? Я, пожалуй, пойду. Спасибо за гостеприимство. И музыка ваша отстой. Где она? Ау! А, да? Ладно, не такая же она и отстой. Мы не гордые. Я тогда, пожалуй, просто заберу свое и уйду. Уходим. Уже вещи свои забрать нельзя. Значит, хотят драку. Я просто хотел построить сарай. Теперь понятно, что я не особо дружелюбный сосед. По итогу они чуть-чуть пришли просто кучей и все равно напинали мне. Но еще есть супер короткая всратая демка, которую я просто не знаю, куда скинуть. Вот вам тогда. Нет. Что это такое? Графон из 90-х? Тогда озвучка будет соответствующая. Это получается я типа очень бонус, устал. Бонус, но... Бонус, но долгий. Говорит Дэйв. Держал работу сверх время опять. Когда лечь, я пошел навестить мою бабушку сейчас. Она спросила меня, я хочу чай. Я сказал, что я не люблю чай. Вот это сюжет. Вау! Я в восторге. И Дэйв пошел к бабушке отказать ей в чае. Нажмите космос для взаимодействия. Кнок-кнок. Бабуля! В ответ Дэйв услышал молчание. Ну, то есть, ничего, ну, вы поняли, что он ничего не услышал. В саду должен находиться экстра ключ. Охереть, экстра ключ. Джуси вообще. Дэйв, ты такой всратый. Как ты живешь? О, да, с таким еб... И Дэйв пошел. Вообще. Дэйв, ты такой всратый. Как ты живешь? О, боже. Это, короче, лицо, знаете, как распечатывают? Вот, 3D-шкой, чтобы потом склеить, вот примерно вот да, то же самое. И Дэйв пошел искать экстра ключ в саду. Камера почему-то залагала и не идет за мной. Что за дичь? И Дэйв побежал, потому что волновал за свою бабушку. Это сад, как грустно быть им, подумал Дэйв. Здесь есть экстра молоток, экстра ножницы и экстра ключ. Дэйв запекал ключ. Это ключ, думал, лопата? Ключу это не понравилось. Дэйв расстроенно пошел домой. Узнать, все ли в порядке с бабушкой. Войти в бабушкин дом. Бабушка! Закричал Дэйв. Три точечки. Три где, точечки. Блин, она может быть? И Дэйв пошел вальяжно по дому бабушки. Хер пойми, куда мне идти. А, я сейчас задохнусь. Ни бабушки, ни чая. А, типа, вот это надо говорить. Дэйву становится не по себе. Ебать.
Он еще и ходить не умеет. Дэйв думает, что бабушки больше нет. Хотя Дэйв ничего не думает. Посмотрите на его тупое лицо. Я все думаю за Дэйва. Я даже хожу за Дэйва. Какой ужас. Бабушка, я нашел тебя. Бабушка! Бабушка ничего не ответила Дэйву. Бабушка! Громче сказал Дэйв, но бабушка молчит. Щит. Она просто думает, что ей лететь. Тор зовет мстителей на помощь. Дэйв... Наверное. Извини, я не слышу. Блин, Дэйв, а я читаю, типа, как Дав. Ну, типа, мыло. Тебя. Я забыла мои слышащие яды в ванной. Даун лестница. Можно было и не обзываться. И Дэйв отправился в ванную. Ему плевать, в принципе, на физику. Он летит. Подобрал слышательный яд. А, это аппарат для слушания людей, когда ты глухая старуха. Бабушка! Дэйв! Помолчал. Опять помолчал. Что случилось? Ну как же она тебе ответит? У нее же нет ушного яда. Эй, она же тебя не слышит. Продолжение следует. Зачем я вообще в это играл? Какой ужас, какой кошмар. Я не знаю, у меня почему-то от этого впечатлений больше, чем... Не то, что впечатление, знаете, такое какое-то... Знаете, когда вы посмотрели что-то и потом просто втыкаете в монитор и такие... Что я? Так, подожди, нас позвала бабушка, мы к ней пришли, нашли ключ, пришли, поднялись к ней, сходили за слуховым ядом, вернулись, а там как бы... Тут даже непонятно, бояться паранормальщины или того, что какой-то маньячел охотится на бабушек, потому что они не угостили их чаем, не знаю. Она такая, типа, я жду своего внучка Дэйва, чтобы угостить его чаечком. Убийца такой, я хочу выпить твой чай. Бабушка такая, нет, это для моего сыночка Дэйва. Не знаю, мне эта часть почему-то больше понравилась, чем с Форестом. Не знаю, и реклама мне очень понравилась. Типа, знаете, когда настолько плохо, что хорошо. Потому что это вот всратость, я не знаю, в ней есть какая-то, знаете, особенная такая прям вкуснятинка какая-то такая приятная душе, не знаю. Ладно, ребят, спасибо огромное за просмотр. Напомню, что ссылочка на оригинал будет в описании. Напишите, какая из частей видео вам понравилась больше, типа бонус или два мужчины, которые пытаются выжить в лесу. Вот, но один из них милый цыпленочек, а второй абьюзивный чел, который тыкает постоянно своими записочками. А еще будет очень-очень-очень-очень-очень здорово, если ты пропишешь лайк этому видео, вот если тебе понравилось. И все. Съем тебе, если лайк не поставишь. Не знаю почему, вот я сколько не смотрю видосы, такие, привет, ставь лайк этому видео, да, спасибо, я тебя очень люблю. А мне, я не знаю почему, но мне приятнее, не знаю, это странно, наверное, но мне приятнее сказать, типа, если ты не поставишь лайк, я тебя съем. Не знаю, чувствуется какая-то сразу взаимосвязь, знаете, как будто вот единое с кем-то целое в каком-то роде. Ладно, что-то как-то уже не в ту стезю пошло. Надо стрим запускать, а то я, похоже, не могу наболтаться. Всё.